Привет, друзья! Продолжаю свой марафон легких летних закусок. Сегодня приготовлю огурцы с зеленой аджикой. Погнали! Итак, друзья, давайте для начала перечислю те продукты, которые я буду использовать. Первое, самое важное, это сыр маскарпоне, либо другой сливочный сыр. Это гранат. Та самая зеленая аджика. Эту аджику я делаю сам, в магазине вы ее точно не найдете. Очень классная, остроту можно регулировать. И давайте так договоримся, 200 лайков у этого видео и рецепт аджики снимаю для вас, и вы узнаете, как ее делать. Самое простое, что можно использовать, это у нас сметанка, сливки, огурцы, ну и зелень, укроп, петрушка и кинза. Начнем приготовление с огурцов. Поскольку у нас рулетики, нам важно огурцы нарезать полосочками. Попробую два варианта. Первый вариант — это нарезка овощечисткой. Друзья, это идеальные полосочки. Ножом даже не буду пробовать. Какие тоненькие получились у нас слайсики, полосочки огурца. Так что лучше использовать овощечистку. Ножом, конечно, так порезать будет очень сложно. Так, раскладываем. Так, наши заготовочки готовы. Теперь приступим непосредственно к приготовлению нашей начинки. Так, берем сливочный сыр. Нам нужно будет еще с вами порезать зелень в заправку. Так, в заправочку я возьму немножечко укропа. Так будет более чем достаточно. И чуть-чуть кинзы. И меленько все режу. Отправляем нашу зелень к сыру. Теперь самое главное, добавляем чайную ложечку нашей зеленой аджики. Аджика острая, поэтому главное не переборщить. Ну и все перемешиваем. Так, и теперь еще самое важное, нужно немножко сливок добавить. Смотрите, консистенция сыра должна получиться вот чуть гуще, чем вот самая густая сметана. Может быть, как вот 25% сметана будет самое то. Так, все, наша начинка готова. Так, делаем небольшие кнылечки. Начну с этой стороны и аккуратно выкладываем. Примерно вот чуть больше чайной ложечки. Ножом поддевать. И делаем такой рулетик. И для украшения. Блюдо наше почти готово. Осталось сделать легкую заправку, чтобы рецепт был просто идеальный и почти по-ресторанному. Что мы возьмем? Мы возьмем кинзу. У меня как раз немножко осталось кинзы. Будет такое блюдо с кавказским акцентом. Меленько порежем кинзу. Важно, чем мельче, тем лучше. Добавляем ее к нашей сметанке. Туда добавляем еще пол чайной ложечки нашей аджики. И немного сливок. Перемешиваем. Получился классный сметанный соус.
и аккуратно выкладываем на нашу тарелку, на которой будем подавать. И для украшения зерна граната. Замечательное летнее блюдо и закуска готово. Можно, кстати, перед шашлычком поесть. Мы, кстати, так и будем делать. Сейчас мангал уже разводим. Давайте попробуем. Это даже не закуска. Это вкусное полноценное блюдо. Летний перекус прям самое то. Зеленая аджичка прям такую добавляет нутку пикантности классную. Очень классный рецепт. Готовьте его, пробуйте. Очень вкусно, не пожалеете. Легкая, приятная закуска. И помните, 200 лайков и рецепт зеленой аджики у меня на канале. Друзья, всем пока!